Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет обзор. Обзор с любимого Василька. Садись тоже поближе. Вот так вот сядем, будем со Светой сегодня вместе снимать. Пришел вот такой большой мешок. Мешок на 5 килограмм. Сейчас более подробно скажу. Да, 5 килограмм весом 5510. Поэтому сейчас мы вместе с вами его откроем и посмотрим. Что там? А много там будет, ребята, интересно. Сегодня также будет примерочка. И мы вам покажем, как и что оно выглядит. Сегодня мы ножницы не смогли хорошие найти, поэтому пришлось такими простенькими ножницами открывать. Василек всегда упаковывает очень хорошо, тщательно. Здесь, видите, еще вот такая вот упаковочка. Твои ножнички. Сейчас я попробую вот так вот все это разрезать. И мы будем рандомно доставать по одной штучке вместе со Светиком. И показывать вам, что там. Вот так вот все тут уложено хорошо. Да? Ну и давайте по одной вещи будем доставать. Ну я вот одну вещь достала, называется. Хотя здесь много. Сейчас попробую как-то подвинуть вас поближе. Хотя это не очень получится. Тут диван мешает. Так, ладно, достала вот такой пакетик. Сейчас посмотрим, что там. Тебе интересно, Света? Так, что же там? Давайте будем со Светой вместе показывать. У нас у Ванечки мало одежды. У него мало футболок, мало всего такого. Поэтому показываем. Вот такая вот красота. Это мы со Светой выбирали машинки. Дорогие друзья, нам пришлось немножко прерваться, поэтому приношу свои извинения, но вот в целом показываем, что пришло. Пришла вот такая вот красивенная футболочка на Ванюшеньку. Очень красивая, с машинками. Возраст 3 годика. Ваня у нас любит с машинками. Дальше показывает Светлана. С собачкой вот. Да, вот такая вот с собачкой. Тоже на возраст она идет, на какой? Так... На 3 года тоже, ребята. Вот такая вот красивая, яркая, с собачками. Нам очень нравится. Дальше. Мы заказали Ванечке. Он у нас любит всяких солдатиков, поэтому мы ему заказали вот такой вот. Он у нас будет богатырем. Такой маленький, сладенький богатырь. Так, надо как-то так сесть, чтобы было посветлее. Еще собаки. Еще собачки, да, далматинцев. Он, кстати, любит собачек, поэтому мы... И помните, мы заказывали ему такую пятнистую футболочку, зеленую, она же, наверное, на нем, да? Или в стирке, может, даже. Вот мы заказали тоже пятнистую, только разных цветов. Показываю вторую. Вот такие вот две у нас пятнистые футболочки, зеленая и голубенькая. Синяя, они на возраст тоже идут на 3 годика. Вот такие вот в целом две у нас футболки. И также заказали еще одни плавочки для Мариночки. Давай выбирай дальше, что ты будешь показывать. Мы сегодня решили так со Светой вам все показать. Твоя. Это, наверное, моя, да? Это мы со Светой выбирали. Она говорит, мама, давай, говорит, я говорю, мне вот эта вот рубашка нравится. Ну, говорит, закажи, что ты, говорит, никогда себе ничего не заказываешь. Поэтому давай ты с одной стороны, я с другой стороны. Вот такой вот халатик в форме рубашечки с кармашками. Размер у нее 50-й, я очень надеюсь, что подойдет. Примерка сегодня также будет, дорогие друзья. Мы выбирали долго цвет, да, расцветку, и выбрали такую вот с ней. Нынче заказ мы делали вместе со Светой, поэтому будет немножко молодежно. Это я привыкла, знаете, обычно. Ткань вообще хорошая, приятная. Ага, я думала, знаете, иногда хочется поутру встать, да, и папину рубашку одеть. Но у нас папа рубашки не носит, поэтому мама себе сама рубашку заказала. Вот такой вот красивый. Рукав здесь короткий. Это очень хорошо на лето, да. По бокам тут такие пуговички. 3 кармашика. Ворот очень удобный. А сзади вот такая вот расцветочка темная. Ну, цвет приятный, да. Снизу прошито вот так вот красными ниточками. Цвет приятный. А на ощупь-то, да, Света? Качество такое, ощупь хорошенький. Качество мне понравилось. Так что сегодня будет примерка. Ну что, следующую я достаю вещь? Это кому? 50-я. Опять мамина.
Но нынче получилось так, что больше почему-то мы заказали наши. Смотрим, что это, как ты думаешь? А нет, мы с тобой что выбирали? Костюмы мы выбирали. Я очень долго спорила, Света говорит, мама, ну вот это вот красивый, давай выберем. Смотрите, ребята, вот такая вот футболка у этого костюмчика. Размер 50, мне кажется, будет хорошо. Мы выбирали, знаете как, чтобы кататься со Светой на велику, да? Чтобы была внизу резиночка. Да, здесь вот тоже вот показывает. Тенис в одну сторону, я в другую. Видите, как тянется хорошо. Ткань вообще нежная. Да, тут тоже резиночки по бокам. Размер 50. Сзади никакой надписи нету. Просто. И также к ним идут еще штанишки. Вот такие вот, ребята, штанишки. И главное, что важно, мы со Светой смотрели, чтобы была резинка. Потому что на велике, когда ездишь, штаны попадаются в это колеса. Да, с карманами. Но обязательно примерка будет. Так что выбирай следующую, Света, вещь. Это носки мальчика. Мальчишечьи носки, да? Давай расцветки покажем и все. На носках сильно останавливаться не будет. Но это бамбук 80%, 15% полиастар, 5% спандекс. Вот такие вот короткие мужские носки. У нас носков пожизненно не хватает. У нас уже все носки опять порвались, закончились. Так, следующую я, да? Опять мужские носки, но это длинные. Длинные у нас любит папа. Для папы мы заказываем всегда длинные носочки. Но эти, да, эти, по-моему, и подороже были. Потом прайс мы найдем, мы вам все покажем. Да, вот такие вот носки, они удлиненные. Длинные мы для папы часто заказываем. Он не любит короткие, он любит... Выбирай, Света, дальше, а то у меня уже рука тянется, знаешь, самопроизвольно так. Так, слитки. Мы в тот раз заказывали слитки. И получилось так, что мы все их раздарили, да? У нас родственники приезжали, мы одному, второму, и вот так получилось, что нам самим-то и не осталось слитков. А нынче выпускной, надо будет или капронки, или что-то одевать. Да и на улице также. Света сейчас распечатает, и мы покажем расцветки. Так, серенькие, а в тот раз были красивые серенькие, да, еще? Да. А нынче вот такие вот светленькие следочки, покажи поближе. Я да. Да, вот такие вот в целом. И сзади они скользящие, красивые. Ну, вот плажи. Так, дальше я, да? Женские носки мы нынче тоже заказали, потому что лето, носки быстро мораются. Мы со Светой выбирали разные. Вот такие вот, ребята, они с рисуночком. Размер. Так, читай, там состав сзади написан. Вот на светлых будет лучше видно рисунок, но хлопок, вот тут расцветки. Хлопок, полиамид, эластан. Хлопок 85, полиамид 10, эластан 5. Вот такие вот красивые, ребята, расцветочки носочков. Так что мы на лето опять носками запаслись. Дальше выбирай. Света, аж две, ну давай две. Опять носки клевые. А, это ты, которую выбирала. Тебе понравились, да, носочки? Сейчас она покажет вам, какие носочки Света выбрала. Именно себе. Давай, доставай, показывай. Эти носки она именно себе выбрала. Они ей очень понравились. С надписями вот такие вот. Надписи тут, а? Что за надпись-то? Это английская надпись. А, английская надпись. Две вот такие. Две. Вот такие вот. Там еще, видите, корона нарисована и надпись написана. И какие еще? С луной. Луна. С надписью тоже. Вот такая вот красота. И розовые тоже. Розовые тоже с луной. Но они не розовые, они такие темно-коричневые как бы. Но очень красивые. Следующее, что достала, показывай. Странно даже. Как там уже вижу, что 40-й размер, значит, что-то для Светланки, скорее всего, будет. Шорты, да, шорты, да, Светочки на лето. Обычные черные шорты, ну, по качеству, кстати, классно. А спереди даже веревочки есть, видите? Веревочки завязываются. 40-й размер, что у нас тут там?
Хлопок стопроцентный, дорогие друзья. Прошито хорошо, качественно. Мне кажется, они тебе будут хорошо, да? Но вы сегодня на примерке все это увидите. Все, что не подойдет, мы, конечно же, вам потом карманчик скажем. Маленький карманчик. Да. Тебе нравится? Да. Свете понравилось. Она любит у нас шорты черные именно. Следующее я достану. Надеюсь, это последние носки, что мы с тобой заказали. Так, тут женские носки, бамбук розовый. Я обычные носки люблю, без всяких рисунков. Поэтому я выбирала обычные. Здесь, ребята, тоже вот такие вот разные расцветочки носочков. Ну, на этом сильно останавливаться. Будем вытягивать дальше. Так. Читай, что там. Коврик. Это полотенце. Так, коврик махровый для ног. Это, ребята, не полотенце. Это именно коврик. У нас в бане постоянно быстро мораются коврики, на которые мы встаем после мытья, да? И это именно я заказала коврик для бани. Постелим его в баню, потом на видео я вам все покажу. Почему он для ног? Потому что, ребята, он плотный. Вот и такой вот. Ногами. Тут плохо видно, да, тут нарисованы ножки, я потом вам фотографии сделаю и встану. Смотри, какой он плотный по качеству. Вообще, вот в баню мы сегодня как раз баню топим, постелим туда в баню. 50 на 70. 50 на 70 размер. А состав что у него? 50 на 70. 100%. Вот такая вот красота. Так, ладно, отлаживаем. Вытягивай дальше. А, я же вытягиваю. Ну ладно, ты уже достала. Что там, смотри? Опять костюм, который выбирала Светочка мне. Посмотрим, как он будет на мне сидеть. Ну, я, конечно, всегда стесняюсь такое одевать. Но выбирали вот такие вот штаны. С таким рисуночком красивым. И обязательно внизу мы выбирали с резинкой, чтобы кататься со Светой на велике. Покажешь, какая футболка? Футболка. И вот такая вот футболка. Зайди. Слушай, по ощупу, смотри, какой классный опять материал. Угу. Мне прям вообще нравится. А сзади просто белая. 48 размер. Хлопок 100%, да, ребята. Костюм 48 размер. Я очень надеюсь, что он мне подойдет. В конце будет примерка. Так, ну что, я вытягиваю? Нет, халат у нас уже был. Это костюм опять маме, который мы с тобой выбирали камуфляжный. Она говорит, мама, если будет хороший, потом там не было размера, чтобы Свете. Света тоже такой хотела. Но мы в следующий раз, если будет опять такой размер, вот именно вот такой расцветки, камуфляжки, то мы Светику закажем, потому что ей очень понравился. Ну, мы сейчас как раз проверим на качество. Держим. Держи. Так, вот такая вот кофта. Тут на английском что-то написано. Ну, вот в целом, внизу резиночка есть. Рисунки по бокам. Есть, да, рисунки по бокам. Кармашики. Вот такой рисунок. Давай раздвинем. Не, рукав раздвинем. Вот такой вот рисуночек. Воротник тоже резиночка. Замочек. Размер я заказывала 50. Сзади просто вот такой вот рисунок. Так, это кофта. Давайте посмотрим, какие штаны. Но вот здесь вот штаны брючные. Я Свете говорю, Света, ну не постоянно же мы будем на велике кататься, где-то и выйти надо. Ну вот штаны, конечно, это вообще. Да, с рисунком померяем, посмотрим потом. Но ткань, ребята, очень плотная, да, и тянется хорошо, прямо так тянется. Мне понравилось. Да, резиночка хорошо, видите, тянется саму. Померяем, ребята, и посмотрим. Что-то у меня нынче уже три костюма, да? Мерить. Давай вытягивай теперь ты, я прайс-лист достану. И потом я цены вместе с фотографиями потом вам вставлю, где какая цена на какой костюм. Опять носки, что ли? Да. А мы сколько с тобой нынче носков заказали? Что-то мы, видать, решили запастись или опять родственникам раздарить все носочки. Ребята, тут опять мужские носки. У нас два мальчика. Ну все, отлаживай. Дальше я вытяну. Пусть будет для Светы что-то. Ага, носки. Опять носки. Что-то мы нынче с тобой носков очень много заказали. Ну, у нас и правда, мальчишки носят носки, и у них прям очень быстро они заканчиваются. Я не знаю, что это за носки. Ну, вот тут вот 100% хлопок. А, это мы для папы заказывали опять. 6 штук. Да, 6 штук это длинные, ребята.
длинные носочки. Это мы для папы заказывали вот с таким вот рисуночком. Это опять длинные. Это у нас для папы опять. Вытягивай дальше, а то все, я мешок уже скоро закончится. Носки. Опять носки. Светлые, красивые выбирала, да? Какие-то там. Короткие выбирала для женские Светланка. Ей понравились. Давай покажу рисуночек. Вот такой вот рисуночек на них. И вот такие вот расцветки. Ну, давай долго не будем заостряться на них. Что, моя очередь? Эйники, бэйники, ели вареники. Так, что это у нас? Полотенце мархровое, Туркменистан. Это я заказывала, ребята, на кухню. Я хочу на кухню вообще вот это полотенце. У меня вот есть уже вафельные. И вот хочу вот такие вот сделать небольшие полотенчики для кухни. 40 на 70. Да, 40 на 70 размер. По качеству они хорошие. Главное, надо проверить, как у них будет впитываемость воды, да, потому что некоторым вот берешь полотенце, вытираешь, оно не впитывает. Но я надеюсь, что эти будут полотенца хорошие, потом скажу свой отзыв по поводу полотенец. Давай, Света, дальше вы доставай. Достань ты уже что-нибудь себе. Ага, опять маме. Это опять Света выбирала костюм для мамы. Так, давай. Ну, показывай футболку сначала. Так, вот так вот. Еще один такой же костюм, но в другой расцветке. Света говорит, мама, иногда надо одеваться. И вот такие вот тоже штаны. То есть резинка по качеству такой же, вот плотный прям материал. Васильки, что мне нравится, у них большой, ребята. Вот мы со Светой смотрели, да, у них просто огромный выбор вообще всякого. И очень часто обновляется, да, все у них. Ассортимент очень часто появляется новый, поэтому заходите. Смотрите, ссылочка останется в описании. Ну, а мы продолжим доставать. Кто сейчас доставал? Ты? Теперь я достаю, да? Так. Не заглядываем. Достаем. Это, ребята, штаны, да. Света мне выбирала штаны, чтобы чисто иногда не костюмом одевать, а просто штаны одел и пошел. Вот такие вот, ребята, штаны. С резиночкой, да. Сверху, вот, смотрите, какая красивая резиночка. Блестит такая вся классная. Ну, штаны такие тоненькие. Я скажу даже. Очень тоненькие, да. Но они на лето такие. Размер 48. 100% хлопок. По идее, должно быть на теле хорошо. Сзади просто все очень легко. Мы прервемся на секунду. Вы не уходите. Так, дорогие друзья, мы вернулись. Штаны мы вам показали. Теперь Света дальше. Полотенце уже два. Так, тут два полотенца. Ну, я вам говорила, что я хочу на кухне поменять полотенце. Тут еще должно быть большое одно полотенце. Ну, давай покажем. Ты одно? Так, а почему? А, это комплект полотенец 30-50. Это не комплект, это, по-моему, разное. Ну, вот факт то, что 30 на 50 одно тоже для кухни. А это 40 на 70. Опять вот такой вот расцветки. Тоже очень мягкие полотенчики. Мы проверим, как они будут на впитываемость. Дальше. Тут вот вещей, по идее, немного осталось. Ого! Так, это последний. Это я дам Свете. Ребята, тут, представляете, положили в подарок маску. Будешь мерить? Она, мне кажется, на тебя будет хорошо. В этот раз маленькая масочка. Покажись на камеру. Сюда немножко наклонись. Смотрите, как маска. В подарок нам дали маску. Дорогие друзья, приносим извинения. Просто маленькие зашли, поэтому пришлось прерваться опять по распаковке. Ну, вот такая вот у нас маска. Спасибо большое, да. Василек. Вы нам радуете нас прям. И Свете она как раз, да, Светик? Завтра или когда мы собирались с тобой в город поехать, мне надо просто туфли купить. Но это не в этом видео буду говорить. Поэтому вот так вот. И следующее, что я достала, это опять носки для мужа. Мужа, он на работу ходит, носки быстро заканчиваются. Поэтому вот такие вот хлопок носки мужские очень хорошие. Ну давай, Света, доставай последнюю вещь отсюда. Там костюм точно? Да, костюм какой-то махровый еще. Что ты мне там опять такое навыбирала? С
сама не помнит уже, что она маме выбирала. Да? А костюм такой махровый, слушайте. А какой размер у него? Может, это не мне, может, это тебе 48-й. Нет, это маме. Это еще и тройка, ребята. Смотрите, какой махровый костюм. Тройка. Это жилетка. Мягкая. Вообще мягкая. Я ей говорю, это что-то никогда успела посмотреть там и в корзину бросить. Я ведь быстренько, мы с ней сделали. Она говорит, мама, отправляй. Я ей отправила, не посмотрев. Она там выбрала. Капюшон такой, это плотный. Давай расстегнем. А, тут это. Внутри, ребята, тоже махровый. Вы посмотрите. Это на теплую погоду. Вот как раз вот сейчас у нас прохладно. Фу, на холодную, то есть, погоду. У нас как раз сейчас прохладно. Где-нибудь сбоку тут приклеишь, чтобы потом нам знать, какой размер. Да, махровый. Внутри карманы есть, ребята. Два кармана. Такой рукав. Давай дальше смотреть. Что здесь? Держи. Помогай. Мася. Собачка Мася. На нашу Масю, да, похоже. У нас наша Мася йоркширский терьер. Рисунок тут. Слушай, а рисунок даже не чувствуется. Вот некоторую одежду купишь, и рисунок чувствуется. А здесь не чувствуется рисунок, да? Прошитый. Такой классный, прошитый, классно. Так, воротник здесь вот такой, ребята. С резинками. На рукавах, да, резиночки, длинные рукава. На ощупь очень приятно. И что классно, рисунок не чувствуется. Вот так вот делаешь. Главное, чтобы долго не стирался, да? Так, а то такая красота, наша Мася как раз тут гуляет. Дальше, давай посмотрим, что же. Штаны, обычные штаны. Да, резинка внизу, резинка широкая. Очень хорошо тянется. Без карманов, да, обычные штанишки. Прошиты в целом неплохо. Ткань плотная. Поэтому вот так вот. Сейчас, дорогие друзья, будет у нас примерка. Что-то нынче у нас получилось так, что Света все на меня в основном заказала. Ну ничего. Мы надеемся, что мы Светику в следующий раз, вот она хотела камуфляж, а там еще пару костюмчиков, будем ей заказывать. Потому что нынче она говорит, мама, тебе даже ходить не в чем. У меня вот одни единственные штаны, в которых я хожу в вагоне в воду. Можно так сказать. Ну все, дорогие друзья, вот такая распаковка. Сейчас будет примерка, так что вы далеко не убегайте. Дорогие друзья, вот такой вот цвет решила показать вам, чтобы я одела первый костюм. В целом, костюм подошел идеально. 50-й размер по мне. Смотрите, какие карманчики. Жилетка прям вообще нежная. Прям по телу. Вот я смотрю на себя в зеркало, прям по телу. В целом, замок хорошенький. Как смотрится футболка, кофточку. Пока сниму. Вот такая вот водолазка. Все идеально смотрится. Прям по телу. Мне нравится. Штаны тоже. В целом хорошенькие. По качеству нравится. Могу советовать. Дорогие друзья, следующий костюм, который очень понравился Светику, это камуфляж. Для меня, конечно, это непривычно. Но в целом вот так вот смотрится на ногах. Немножко длинноватый. Но это не сильно. В принципе, вот так вот хорошо сидит. Все хорошо. Нигде ничего не провисает. Штаны завышенные. Это очень хорошо. Даже карманы глубокие в целом. Вот такая вот кофточка. Замок хорошо работает. Рукава тоже очень хорошо прилегаются. Очень хороший, красивый костюм. Дорогие друзья, следующий костюм двойка. Вот такой вот он. Тоже красивый, трехцветный. Это получается серый, розовый и голубенький. В целом, сидит очень хорошо. Рукава не давят. Рукава удобные. Резиночка тут, видите, даже еще отходит. В целом, завышенные штанишки. Карманы глубокие, удобные. Футболка тоже очень хорошо. Нигде ничего не провисает, нигде ничего нет. Очень хорошо смотрится. Внизу резиночка. Это даже очень удобно. Вот такой вот костюм могу рекомендовать. Дорогие друзья, и еще один костюм трехцветка. Тоже, видите, все хорошо прилегает. Карманы глубокие, завышенная талия. Качество самое то.
прям идеальная. Если вам нравится, не забывайте ставить лайки. Дорогие друзья, в этот раз футболка у меня осталась от предыдущего костюма, но я одела штаны, которые вот с красивой резиночкой. В целом штаны неплохие, но мне что не нравится, они очень сильно в натяжку. И это я считаю, что значит они мне очень маленькие. Потому что мне некомфортно, вот оно прям все не тянется уже. Это очень маленькие, поэтому я их подарю своей родственнице Наташе, они ей будут очень даже хорошо. Дорогие друзья, и последний из моих костюмов, который мне выбирала моя дочь, это вот такой вот. Мне вот этот костюм очень нравится. Вообще вот прямо расцветка прям по мне. Я люблю все темное, я не люблю светлое. Потому что в хозяйстве бегаешь. Ну вот в целом. Резиночка очень удобно. Рукава тоже очень удобные. Тоже резиночка, ничего не тянет. Завышенная талия. И карманы очень даже глубокие. Можно телефон спокойно положить и не переживать. Внизу идет резиночка. Тоже очень хорошо тянется. В целом, по качеству мне нравится. Поэтому могу советовать. Дорогие друзья, и последний мой наряд, который пришел от Василька, это вот такой вот халат-рубашка. Очень мне нравится. Карманы очень глубокие. Здесь карман тоже глубокий. Можно все что угодно положить. По качеству супер. И сидит на мне, как я считаю, идеально. Если вы считаете не так, то напишите, пожалуйста, в комментариях. В целом, пуговица все до самого верха закрывает. Можно, по идее, расстегнуть верхнюю пуговицу. И вот так. Качество мне понравилось. Такой нежный, знаете, к телу приятно прилегает. И вообще нежно к телу. Поэтому могу рекомендовать. Мне очень нравится. Дорогие друзья, Света примерила шортики. Вот так вот она с капрончиками их одела. Повернись. Вот так вот они на ней смотрятся. Но в целом, я считаю, неплохо. Как тебе, Света, самой? Нравится? Да. Вот такие вот она меня попросила, заказала себе. Ну, вот она еще там несколько костюмов, да, ты заказывала? Их не было в наличии. Но мы надеемся, что в следующий раз они будут. Но в целом вот такие вот шортики. Завязала она их на завязочках. Да? Как они те к телу прилегают? Хорошо? Да. Вот в целом. Если вам нравится, то пишите ваши комментарии. Дорогие друзья, вот такая вот у нас была распаковочка. Напишите в ваших комментариях, как вам она понравилась. А тебе, Света, она понравилась? Да. Понравилась ребенку. Видите, в этот раз у меня заказывала все Света на меня, поэтому предпочтения были ее. Напишите, как вам это нравится, не нравится. Мы будем ваших отзывов очень сильно ждать, да? Да. И скоро у нас будет еще одна распаковка. И да, дорогие друзья, загляните обязательно в любимый Василек. Цены я на все вещи, когда буду монтировать,
ставлю на каждую вещь обязательно цены. Поэтому проходите, подписывайтесь, ссылочки будут в описании. У них постоянно новые обновления. Нам лично понравилось, да, Света? У них там большой выбор. Ну, правда, бывает того, что нету. Немножко разочаровываемся. Но в целом нам понравилось. Если вам понравилось наше видео, то не забывайте нам поставить лайк и подписаться на наш канал. И всем пока-пока!